Сейчас мы снимемся, и ты за нами. Мы с ним будем переселяться долго, нам не сюда надо. Грозы что-то тут. Где были? На бугре. На бугре подтягивайся. Идем всех, ебнем в задницу. А его убили, он ушел. Мир, чуваки. Война нет. Там еще. Да слышу. Сорян, сорян, сорян. Я туда буду. Что там? Вижу. Накатом идем, накатом, блядь. Леша, подавляй огнем. Ваня, в лес, зеленку, заходи, блядь. Убитый, убитый, убитый. Ваня, глубже, глубже. Слушай, в сурпате видел моих? Желтые. Маленький пацанчик с ними ходит. Видел, но минут, наверное, час назад. Да, бля, я тоже час назад их видел. Они... Проебал их где-то. Даже, может... С вами там точно не было их. Там с собой мы видели, с синими. Ага. Я видел, что они обходили. Желтые, я понял, город, да. Ну вот я, блядь, орал, орал, блядь. Там... И судя по тому, как бегают там синие, там сбой. Ага. На КПП, на КПП, да? А можно на обычный КПП? На ту. Мне очки стрельки. У меня там эти всякие. Пиздец, вы всю тусовку пропускаете. Где мой ребятенок, блядь? Все, вижу. Ты один приходи, мы тоже одни придем. Все, гуд. Двигаем к дому, короче. Двигаем к дому. У вас союз с ними. Уходи, 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 я не играю. Марк, ты кому куни делал, весь мокрый? Никуда ты ствол ставишь в этот?
Что говоришь? Подходи к нам. Давай. Принял, принял. Пошли, пошли. Нет, Гор, правей. Вот здесь она где-то. Нашел? Да, блядь, сейчас вам покажу. Да, там все мясо. На другой стороне есть? Да. Ну, насрать. Давай, иди. Это видео. НТВ, добрый день. НТВ. Как вам воюется? Сири, да. Спасибо, Сири, хорошо. Сири. Это я сказал? Да, это ты сказал. Нас нельзя снимать, сейчас камеру расстрелю. Ну, ты можешь готовиться куда-нибудь в этом в Южную Америку по частям переправляться. В холодных боксах. Сначала печень, потом почки. Мама, а ты стала этим, как его там? Корреспондентом? Организатором. А? Я организатора съел. Не, мне подарили просто. Не подарили, а дали попользоваться. Да хуй знает, куда они идут. Хороший кадр был. Я тоже пожалел. Санек, обойдем. Куда? Да куда обойдем? Пошли через лес, сдохнем, там не пойдем. Пойдем. Пойдем вон, кстати. Ну, хуя ты в открытую хочется совсем. Там уже так нас увидят, в линейку еще хочет отработать. И что, мы в линейку, в смысле, нет? Да. Чего в линейку? Я никто не понял. Падаем откуда. Все будет хорошо, все у нас, все будет хорошо. Переведи на русский. В линию вступаешь или в линию? Deutschen Soldatenoffizier in der Schlacht Pistich. Марк, прицельней, прицельней. Не стреляй просто так. Перезаряжать, знаешь как, Марк? Да. Давай, твои блоки. Свят! Вот они. Откуда? Так, Марк. Привет, меня направляют. Стоит, нет? Да, ты ко мне сбежишь. Эй! Вы куда-то? Не-а, что ты ко мне поджался? Твой номер второй, где? Пизду, вон мой, давай. Ну. Давайте, гомики! Как мы сюда шли, блядь. Так, наши идет. Первые номера. Готовы? Да. Так, Ник, Свят, Марк. Да. Первые номера. Пошли. Как только готовы держать, встают. Давай, давай. Да, встали и пошли. Вот, блядь, как тренироваться, так все нормально. Вот обосрались, блядь.
Вторые двора пошли. Ты почему здесь сидишь, блядь? Хотя там всех убили. Парень с Жуковым, тебя как звать? Гарри. Так. Китос, держишь? Ты видел, откуда он стрелял? Да. Гарри. Гарри, видел, откуда он стрелял? Короче, смотри, сейчас ты стреляешь, я двигаюсь сюда. Как только я возьму сектор, ты побежишь. Гор, подожди, Гор. Да. Сейчас мы с ним меняемся. Да ты стрелька, ты просто поможешь ему. Готов? Свят, на его место, Свят. Свят. Свят! Никитос убили? Непонятно. Да. Парни, сектор держим или нет? Ответь. Держит. Непонятно. Да. Нет, перемещаюсь. Сейчас беда. Фу, блядь. Марк, помогай команде. Чё ты там сидишь, блядь? У меня марсманка у тебя. Ты не видишь, что ли? Ближе передвигайся. Да вон он. Горе, сейчас тебя навернут. Да. Все, Маркуха за тебя отомстил. Марк, дуй на мертвяк. На мертвяк иди. Ну ты один остался. А, то есть все умерли. Да, красную повесь. Да, я тебе повешу. Рюкзак из армы. Прям по голове ему попал. Втроем. Сломали. Все, гол. Есть у кого-нибудь фонарь? Неа, я не брал эту игру. Я тоже не брал. Не было сказано, что, ребят, захватить фонарь на игру. Ходить сейчас обратно, сразу вернуться, да? Ну да. Это пулемет через лен. А, это бункер, пусти, конечно. Да, Маркушка. Да не жрать, пошли. А третья беда. Я прикинь, я на него вылетаю вот так. Выняли. Все, опять получилось. И тут мне нужна вторичка. И тут ты пожалел, что у тебя нет вторички. И тут мне ровно в голову так. Тун-тун-тун. Я такой. Ку-ку. Так вот точно. Снимай. Пускай в WhatsApp это все видит, не гадит. Нахуй WhatsApp? На мобильнике сейчас там не особо что-то сдвигает. Качай и с WhatsApp видео на идет. Ну вот. Так, вот короче. Зайди с компа посмотреть. Приблизительно так. Тебе еще YouTube надо. Как я понял, там пулемет. Правильно? Где? Вот здесь. Правильно? Вот книга. На каком? На втором, на первом? Там на втором этаже двое сидят.
Один сидит, другой стоит. Один на третьем стоит точно с пулеметом. Короче, смотрите, цель или какая? Третий, да, скорее всего, третий. Да, третий. Загасите, третий, короче, пулемет, подавите его. По одному перебегите просто к стене. По стенке пройдите и на угол справа зайдем в здание, и все. Меня сейчас прикрывало 6 человек, и что-то я нифига не дожил. Я дожил. Красавчик. И все, будет успех. Тебе положено умирать балластом. То есть все умерли, ты умираешь по факту просто. Подожди, такой годик поиграл уже матом, ебаный кривожопый, сука, сколько можно, блядь, скорее бы 18, нахуй, самому по себе бегать, блядь. Правда говоришь. Пойдем в шестой этаж. Прям по голове, с одной пульки. Молодец. Он такой прикрыл, смотри. Он такой стреляет, прикрыл и сразу поднял руку. Помнишь французский фильм с этим Жерардом Депардье? Видок был такой. Там такая зеркальная маска была, в которую ты смотрел, и душа она себя душу вытягивает. Фильм «Видок» такой. Костюмы сталкера. Пойдемте, пацаны, пойдемте. Свет уходит, ёпта. Свет уходит. Мы уходим. У вас сегодня заканчивается, это я суток, блин. Пойдем помирать. Ну, я тоже, кстати. Я еще с бега 20-ку вчера бегал, так что я... Хотя, заметьте, нигде не рекламирую никогда ее. Потому что курение – это хуёво. Да. Но уж начали курить, только делайте красиво это. Ты, сука, пизжу без конца, блядь, рекламу здесь своего собственного. А ты говоришь рекламу, нет? Да. Она скрытая, не то. Я все понял. Я сейчас попробую еще раз, да? Это как жизнь. Я все понял, как все устроено. Дайте мне еще один шанс. Может, с той стороны попробуем? Убей лошадь, это как-то... А тут можем выстрелять, нет? Да. Вон я вижу, вон они ходят. Такая они вас видят, ёпт. Такая они вас видят, да. Они же тупые. Может, с оптики попробуем? Сейчас сколько выходит? Да ты че, до туда нет. Еще и высота-то че, нет. Надо иди, не дострелит уже. Ага, все. Спасибо.
Все. Что-то наш, нахуй стреляет. Столовки очень мало людей. А по крайней мере не человек только охраняет все. Давай я закрою столовку. Что, поднимаемся? Там еще по второй этаж вроде сколько? Я с 12 там. Я могу, я тут на машине, я не пью, я не курю. Как я могу поспать? А брат, не ароматы можно так вести, брат, не в этом. Да? Не тусоваться здесь. Там и тусуйся, приезжай ко мне и потусишь. Ну а чё? У меня, кстати, один кальянщик работает, вы упадете, блядь, я его не сфотографировал. Ну вы, блядь, реально копия. Пашка у меня был такой. Я говорю, Паш, я говорю, вон тот, он говорит, блядь, да я понял, про что ты хочешь сказать. Я говорю, про что? Он говорит, гор, блядь. Я говорю, да, он говорит.